Здравствуйте, вот энергорюкзак. Можно использовать и просто как переноску. В таком энергорюкзаке будет вот так вот находиться. Ножки будут здесь проходить. Есть ремень, можно пристегнуть малыша, если переживаете. Вот так используйте его как переноску. Можно в положении лежа использовать. Можно в положении. Здесь надо просто рамочки. В положении лежа он одевается просто как сумка. Вот так используете. И в положении сидя он одевается просто как рюкзачок. И там помогает защитить малыша от дисплазии. Конечно, вы будете одевать без ребенка. Я просто тороплюсь, чтобы уложиться по времени. Смотрите, разница с обычным кенгуру в том, что будет поддержка на спинку, так как у эрго-рюкзака вот эта часть спинка, она жесткая. Будет поддержка под спинку и под попой. Ножки будут не свисать вот так вот прямо, а они у него вот на сидушке вот там. Видите? Не вот так вот они свисают, как на кенгуру, они у него раздвинуты. То есть будет правильно формироваться таз у ребенка в таком положении лежа. Ой, сидя. Можно лицом к себе, лицом на дорогу.